Привет из Японии, с вами Наташа. Сегодня я вам хочу показать один из японских любимых летних десертов. Он называется какигори. Ничего сложного нет, его можно приготовить даже в России, я так думаю. Вот смотрите, вот правда нужен такой аппарат. Вот он на картинке у нас нарисован, да, как готовится и как выглядит эти сами какигори. Это лед, обычно он поливается сиропом. Допустим, вот у нас сегодня клубничный сироп. Есть сироп, тут написано мелон, если кто читает по-японски, это сироп из дыни. Бывают еще там разные виды, допустим, лимонные и так далее. И обычно очень часто используют это сгущенное молоко по-русски, поливают. Бывает, конечно, допустим, там в Киото еще добавляют бобы разные, сладости в этот десерт. Ну, самый такой типичный, это обычно клубника с молоком. Так, как он делается, я вам сейчас покажу. Вот такой аппарат вот у нас так выглядит. Вот здесь посмотрите, как терка, что-то наподобие терки, да? И сверху одевается вот такая крышечка. Она вот так одевается, закрывается, мы крутим, и внутри должен быть лежать лед, да? Внутри мы ложим лед. И снизу он выходит уже такой тоненькой-тоненькой стружечкой. Сейчас я вам покажу. Так, сюда ставим чашечку. Берем лед. Вот у нас предварительно мы его заморозили. И теперь самое сложное — одеть вот эту крышечку. Она на пружинке, немножечко сложновато. Приходится напрягать все силы. Не знаю, мужчинам легче, конечно. Я вот и постоянно мучаюсь. Наконец-то. Так, ну что, приступим. Теперь самое интересное. Вот, посмотрите, какой у нас лед получается. Так, где-то половину вазочки насыпали. Потом поливаем сиропом клубничным. И продолжаем крошить лед. Немножечко у нас, конечно, выглядит все это жутко, крохот такой, но по-другому не получается. Вот у нас насыпали мы вазочку, да, целую льда. Поливаем сиропом. Как видите, он сразу оседает, потому что он лед сразу же тает. Поливаем сгущенным молоком. Все, можно кушать. Кушать надо сразу, потому что оно тает буквально за 5 минут. Очень популярный десерт, продается летом везде, во всех кафе, на море, на пляжах и так далее. Ну что, итакимас. Вот посмотрите, как это выглядит в ложке. На самом деле очень-очень вкусно. Очень вкусно. Ладно, я с вами прощаюсь, потому что мне надо это быстро скушать, а то оно все растает. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Мы будем выкладывать постоянно видео из Японии и разные блюда и так далее. Мы вас ждем. Пока-пока.